На съемках картины «Москва слезам не верит» режиссер Меньшов устраивает разнос актрисе Ирине Муравьевой и собирается прогнать ее со съемочной площадки. Все произошло глубокой ночью. Снималась сцена, где героиня Муравьевой вместе с героиней Веры Алентовой принимает потенциальных женихов в столичной высотке. По замыслу режиссера обе девушки должны были выглядеть по-провинциальному одинаково. Но когда Ирина и Вера вышли на площадку, то у Муравьевой на голове никакой бабетты не оказалось. Она решила сделать другую прическу. Пришла прям Мерлин Монро. Меньшов прямо на площадке устраивает разбор полетов. Он требует от актрисы объяснений. Но Ирина только хлопает глазами. Она же хотела как лучше, чтобы ее героиня выглядела посимпатичнее. Режиссер отправил Муравьеву переделывать прическу. Через 40 минут она вернулась с огромным начесом на голове. Чтобы роль получилась, Муравьевой пришлось во многом переступить через себя. Роль Людмилы в кинокарьере Ирины Муравьевой до сих пор считается одной из самых ярких.